Итак, с Новым годом! Это Арчибальд, это великий обзор. Сегодня у меня обзорчик. Ну конечно же, ваш любимый фильм детства. Не, ну если вы понимаете, о чем я. Фильм «Один дома». Один, два. И три, и так далее. И так далее, эта херня. Кроме Калкина больше не вариант. Начинаем. Так, наверное, звук я вырубаю, потому что ну его нахер. Что такое «Один дома»? Вообще, что такое «Один дома»? Это пацан. Пацана забывают. Да вы все прекрасно знаете, что я гружу, да? Короче, если кто-то не смотрел, и так далее, да? Кто-то не смотрел, то базара ноль. А кто смотрел, нахер, нахер дизлайк и давай, до свидания. Не, ну подписка может быть. Пацан остается, короче, это спойлер. Кругом один спойлер, ты же знаешь. Пацан остается один дома. Его забывают, просто тупо забывают. И начинается кутерьма. Реальная кутерьма, пиздец. И так далее. Эй, наливай шампанское. Так вот. Вот этот пацанюрик. Калкин. Симпотный такой. Ну все дети, понятное дело, маленькие, симпотные все дела. Мать нерадивая. Семья нерадивая. Все забывают. Все его лошадь, вся херня. Пацан. Пацан требует общения, требует настоящей семьи, все его лошад, братья, сестры, похеру. Но только потом уже, после всех частей, все понимают, что да, как нам жить без него, ведь он крутой, реально. А сейчас, во что он вырос? У наркомана, алкоголика, блядуна, кто он сейчас? Как меняет время людей, того родственника. Это лучший, да, если кто-то скажет, что посмотреть Новый год. Это лучший фильм, чтобы посмотреть Новый год. Ну, кому-то ирония судьбы, там, патриот, не патриот. Если детский, то самый вариант. Один дома два и так далее. Это полный обзор на всех «Один дома». Бабушки, шмабушки. И он начинает мутить. Ох, газы. Начинает. Да что такое, прорвало. У него там бандиты, шмандиты. Пацан смышленый. Если вдумываться в логику этого фильма, не стоит. Не надо вдумываться. Конечно же, фильм нелогичный. А если просто смотреть на расслабон с Новым годом, типа, то вот. От меня лайк этому фильму. Это фильм детства. Ну, конечно же, 10 из 10, того родственник. 10 из 10. Да, что-то не так, но один хрен. Ну что? Это был честный великий обзор от Арчибальда. С тебя дизлайк, лайк, подписка, шмамписка. Смотри обязательно все три части этого фильма. Это то же самое, как с легким паром каждый год. Просто посмотришь, и на следующий год посмотришь, и на следующий, и так, ну ты короче понял. Всем покидос! С вами был Арчи Босс. Чао!